Всем доброе утро! И сегодня влогмас день 22. Каждое утро я теряю по несколько ногтей. Посмотрите, это что такое вообще? Я не доживу до завтра. Сегодня же заеду и сделаю маникюр, но только после английского. All the happy smiles and the wishes, and I want it all from the lights to the mistletoe. Сегодня мы хотим поздравить нашего любимого преподавателя и купили вчера ему в Старбаксе термокружку, печеньку и кофе. По-моему, отличный подарок на Рождество и Новый год. Сейчас Максим вот его почистить, потом мы забыли цены снять. Сегодня последнее занятие в этом году. Мы будем играть квиз. Вот. Так что сегодня вообще замечательный день. Дальше. Рассказывала про новости. Все забыла. Перед сном так хорошо рассказывала. А пришла, я же сама просто забыла. Пока, антикоцентр, увидимся уже в следующем году. Мы сегодня прошли очень интересную тему, кстати, в квиз так и не поиграли, зато узнали, чем отличается already, yet, just, и как их употреблять в предложениях. Вот. Было круто. Если не знаете, я могу рассказать вам. Рассказать? Учите английский. И занимайтесь потом курсы свои откроешь. Рассказывать. Фух, ура! Теперь спокойно можно делать DIY. Ну и все. Сейчас сначала, правда, откроем подарки, когда приедем домой. Да ты сегодня скажешь, блин, что, серьезно? Вообще, пипец. Ну это не так, что типа это подарок очень. Ну раз такое стечение обстоятельств, что пипец. А вот и коготь, который ночью оторвался. Let's go outside. The snow is falling down, and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile. It's quirky as fun. Самый обычный, но практичный подарок. Да. Просто на скине. Да. Да, короткий, как мне надо было. Отлично. Каждый из нас иногда хочет быть королевской крови. Что же значит принести принцессе золотой сосуд? Для напитка используйте благородные зерна. Сосуд всегда должен быть готов, когда принцесса часто разъезжает по другим царствам. Так, ну это 100%. Это 100% для кофе стакан, потому что здесь написано зерна. Написано. Зерна написаны. Это подгляделки были тут. Так ты купил такой же. Как Саше сегодня подарили. Офигеть, типа, держи. А еще мы вчера в Старбаксе выбирали нашему преподавателю Александру по английскому языку, который был с воскресеньем. Там такой стакан. И я взяла вот такой, говорю, наверное, ему понравится. Это же красивый такой цвет. А Максим такой говорит, не. Золотого не было. Нет, ты серебряный смотрел. Да, кстати, я серебряный смотрела. Золотого. Золотого уже не было вчера. Офигенный! Мне очень нужен был стакан для кофе. Вот именно такой, чтобы закрывался так, чтобы не открывался. У меня все они открываются, мои стаканы. Спасибо! Спасибо! Посмотри, Гуччи! Гуччи, смотри сюда! Смотри сюда! Смотри, какой олень сзади! Такой милый, такой милый Гуччи.
Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ну что, ребята, давайте посмотрим на DIY за 100 рублей, ради которых мы тут все собрались. Первая поделка – это Candy Cane трость, сделать которую может абсолютно каждый. Вам понадобится металлопластиковая труба для водопровода, которую вы можете купить за 45 рублей за метр, а также утеплитель к ней за 10 рублей за метр. Такой цены за трость вы точно нигде не найдете, даже на AliExpress. Сейчас я покажу вам самые разные вариации, которые можем дальше сделать. Вы можете намотать малярный скотч и оставить так, а можете намазать ПВА и обсыпать глиттером. Получится вообще бомба. Процесс не снимала, так как это не очень быстрое и лучше делать в ванне. Ну, именно обмазывать глиттером, потому что все вокруг будет в глиттере. Второй вариант попроще. Берем ленту, закрепляем скотчем на одном конце и мотаем. Можно взять и вторую ленту или мишуру, как я сделала. Получается интереснее, мне кажется. Мотаем, мотаем, и вот такая разноуровневая тросточка у меня вышла. Если вдруг вы не можете купить утеплитель к металлопластиковой трубе, то не отчаивайтесь, вы просто можете взять две мишуры, прицепить ее скотчем и мотать сразу два цвета. Палочка и без мягкого вот этого слоя утеплителя получается довольно толстая. И вот такие палки получаются красивые. Будем их вставлять в елку и делать конфетную елку. Но вы можете просто поставить около елки. Вот как-нибудь вот так. Или у стенки, или у камина. Неважно, короче. Конфетная елка нуждается в конфетах, а еще лучше, если они будут большие. Такие гигантские шарики мы взяли в ленте с 50% скидкой за 50 рублей. И все, что нам нужно, это бумага для упаковки. Мы взяли на рынке разные рулоны за 30 рублей. В Фикспрессе, кстати, есть вообще за 25 рублей, так что, думаю, не составит проблему найти дешевую бумагу. Ленты стоят примерно так же, кстати, и вообще их можно не использовать, если вам не захочется. Мы отрезаем длинный кусочек бумаги и связываем его таким образом, чтобы было похоже на хвостик конфетки. Затем мажем короткую сторону горячим клеем и приклеиваем к шару. Предварительно вы можете приклеить все-таки ленты на шар, тогда у вас получится вот так. Включайте свою фантазию и экспериментируйте. Здесь можно все что угодно делать, и ни вы не переборщите, не бойтесь. Ну а самый простой способ — это без клея и без лент. Выбирайте прозрачную бумагу, ну или же возьмите вообще мешок просто для запекания. Заворачивайте в него вот этот шар и закрепляйте по бокам веревочками или лентами. Если честно, мне эта последняя конфета нравится больше всего, она такая эстетичная. Вот так потихоньку наша конфетная елка преобразуется. На ней уже появились конфеты. Посмотрите на огромные елки, как они круто смотрятся. У нас будет много вот таких больших деталей, поэтому нас не смущает их размер. Просто суперски могут украсить комнату такие леденцы. Пенопластовые круги вы можете найти в Леонардо или на рынке, но если все-таки не удалось, возьмите просто две картонные тарелки и скрепите их степлером. Чтобы нарисовать равномерный леденец, вам нужно разделить на равные 4 части круг, затем каждую четвертинку разбить еще на 2 части. Просто представьте, что режете пиццу. А затем нужно рисовать вот такие дуги от одной полосочки к другой. Далее мы все это дело красим. Я выбрала самые понятные выделяющиеся цвета, белый и красный. И покрасила все это не на нашем новом ковре, а за кадром. Чтобы сделать леденец вот таким блестящим, я взяла белый глиттер и ПВА. Вам нужно мазать только белый цвет, иначе красная краска начнет смазываться и будет некрасиво. После того, как накрасили белый цвет, обсыпаем глиттером. В пенопласт я воткнула палочку, чтобы это был леденец. Но вы также можете сделать конфетку, обмотав прозрачной бумагой. Такой, кстати, рулон стоит всего лишь 80 рублей, а пенопластовый круг, кстати, 20 рублей. Далее у нас продолжается пенопластовая тема. Офигенный венок, который вы можете сделать из старой шапочки Деда Мороза на свою. Мы, кстати, нацепили синтепоновую ленту, чтобы она смотрелась новее. И еще нам понадобится пачка ватных дисков и булавки. В два раза складываем ватный диск и закрепляем иголочкой-булавкой. Ваточки должны смотреть вниз,
так как борода вверх у нас не растет. И так мы делаем весь обруч, пока наша борода не станет вот такой плотной, и ее не будет так много. По-моему, получилось очень круто и необычно. А вот еще вариантик. На этом обруче синдепоновая лента просто обмотана и один раз закреплена. Магнит-котик, две ленточки и пластиковый шарик. Очень мило и интересно получилось, а главное легко сделать. Знаете, за сколько мы купили эти носки? По 39 рублей в Ашане, перекиньте. Мне всегда нравилась традиция класть маленькие подарки в новогодние носки. И во многих странах на носках написаны первые буквы имени. Я решила сделать нам такие же, так как нигде подобного у нас в городе не купить. На Фоамиране я вырезала букву М. Вы уже поняли, чей это носок будет. Я прикрепила ее на горячий клей, а золотой глиттер, как мне кажется, вообще отлично смотрится с этим красным бархатом. Теперь мне нужно будет вырезать еще 5 таких букв, и у нас будет целая такая семья носков. Помните, мы с вами недавно совсем делали гномов. Сегодня сделаем подобное, только Дедов Морозов. Вы можете купить конус там за 20-30 рублей, но можете взять просто картон. Вырезаем треугольник из фоамирана и приклеиваем его на горячий клей. Затем нам нужна будет пряжка или тот же фоамиран, но только золотого цвета, и еще черная ткань для ремня. Без пластиковой пряжки я сделала вот такой ремешок, а вот что может получиться с пластиковой черной пряжкой и стразами. Красотища! У меня тут прям целая семья собралась. Я очень надеюсь, что вам понравились эти DIY. Всем спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, какая поделка вам понравилась больше всего. И всем пока-пока. Помпончик нашла, да, с резиночкой. Вот это да! Класс! Гуччи, ну я тебе вообще завидую. Вот классно. Пасхалки с прошлого видео были спрятаны на этих местах. А вот и случайные два человека, которые нашли их. Поздравляю вас и передаю привет. Ваши сигны будут в сторис на моем инстаграме.